Люди плакали, увидев украинских солдат в своем городе. Они обнимали десантников и все спрашивали, почему так долго. О такой эмоциональной встрече рассказывают военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Это они отбивали Изюм у российских войск. Давайте посмотрим, во что превратили город россияне, и послушаем настоящих освободителей. Сегодня сложно поверить в то, что этот город был одним из самых красивых в Харьковской области. Российские войска почти полностью уничтожили Изюм. Сейчас здесь вряд ли найдешь дом, не поврежденный снарядами. Но ничего, говорят местные. Общими усилиями готовы восстанавливать свой город. Лишь бы россияне снова не вернулись. Здесь, когда проводили зачистку самого Изюма, очень много материалов. Люди наши, видно, сразу ждали, плачут. Но такое, я считаю, тяжело обмануть. Человек, когда искренен, видно сразу. Сейчас украинские воины всячески помогают гражданским. Делятся едой, раздают интернет, чтобы люди могли связаться с родными. Помогают решать другие бытовые проблемы. В большинстве в этой области, большинство людей плакали, встречали с объятиями, благодарили Бога, что мы пришли. Спрашивали, почему так долго. У самого, ну, свои люди вокруг. Уже задают такие вопросы, когда появится свет, заработает связь. Но это же не от меня зависит. Впервые за полгода местные могут без страха выйти на улицы Изюма. Вот только без слез на свой город взглянуть не могут. Эти кадры просто говорят сами за себя.